Kia проводит благотворительную акцию «Помогаем героям» в поддержку фонда «Подари жизнь». Этот фонд помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. С каждого нового автомобиля, что продан с 24 по 30 мая 2021 года через дилерскую сеть бренда, Kia перечислит фонду «Подари жизнь» по 1000 рублей. Таким образом, все желающие приобрести автомобиль Kia внесут свой вклад в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. И чем больше автомобилей найдут своих владельцев, тем больше будет общая сумма пожертвований. Привлеченные средства пойдут на финансирование проекта «Диагностика и анализы». Ведь своевременная и точная диагностика – один из залогов успешного лечения заболеваний, с которыми сражаются маленькие герои – подопечные фонда «Подари жизнь». Акция приурочена к Международному дню защиты детей, что отмечается 1 июня. Соответственно, в этот день будут подведены ее итоги. Добавим, что совместные проекты с фондом «Подари жизнь» начались более 10 лет назад и стали доброй традицией для марки Kia. Для справки, в 2019 году аналогичная акция стала первым подобным социальным проектом в российской автоиндустрии. Тогда было продано больше 5000 автомобилей Kia, а общая сумма в пользу фонда составила 5 миллионов рублей. В феврале этого года марка Kia вывела на российский рынок спецверсию кроссовера Sportage под названием Black Edition. Правда, тогда черные издания предлагали строго для дорогих комплектаций – Prestige и Premium. Машины оказались востребованными, их было продано больше 2000, что составляет почти четверть всего российского тиража. Чтобы закрепить успех, черный декор отныне будет предлагаться для более доступной версии Lux Plus. Напомним, что Black Edition предлагает антрацитовые решетку радиатора, колесные диски, багажные рейлинги плюс зачерненные эмблемы и подложки фар. В салоне темная отделка, в данном случае тканевая, а также глянцевые вставки вместо матовых. Просить за Lux Plus Black Edition решено меньше 2 миллионов рублей. При этом заказать популярный стайлинг-пакет по-прежнему можно и для более дорогих комплектаций. И, кстати, цвет кузова не обязательно должен быть черным. У премиума и престижа на выбор дополнительно предлагается еще 6 оттенков, а у люкса все 10.